эти лунные сутки. Энергетика этих лунных суток весьма мощная, поэтому ее важно направлять в правильное русло. И если этого не сделать, то весьма вероятные неконтролируемые всплески раздражений и даже агрессивности. Это же отражается и на поглощении пищи, появляется жор. Чтобы осуществить самоконтроль, сделайте разгрузочный день, а то и поголодайте 24 часа. Рекомендуется провести уборку в квартире, комнате, а после окропить помещение святой водой. Также хорошо в этот день окурить помещение благовониями. Что касается физических упражнений, поработайте над гибкостью позвоночника. Вообще будьте сегодня поактивнее в физическом плане и не стригите ногти.